Противник стоит в низкой стойке. Выставил вперед ногу. Рабочую. И очень хорошо реагирует на все приемы. Показываю бросок вперед. Я делаю рывок. И нога противника оказывается подо мной. Между ног. Смотрите, вот. Я показываю бросок вперед. Отшагиваю, делаю рывок. И... зацепляю его голенью снаружи. Тоже довольно редко встречается прием и достаточно неожиданно, если его правильно выполнять. Вот. Делаю рывок вперед. Противник, защищаясь, выставляет свою рабочую ногу. Он чувствует себя в безопасности, контролирует ситуацию. Эта нога рабочая, она разгружена. Вот он может перейти здесь в атаку, атаковать мою эту ногу подхват, но дело в том, что в этот момент он вынужден на нее опереться. Видите? Я делаю рывок и делаю такое движение ногой под себя.